Так, ну что, Франк, поехали, Франк. В каждом видео буду говорить одну и ту же фразу, так что не смейтесь, но те, кто не в теме, потому что люди могут быть не с канала, люди могут приходить просто с рекомендацией, а не все видео могут попасть из дня в рекомендации. Те, кто не в теме, проходите, пожалуйста, в описании, там будет ссылка на первое видео, где я все подробно объясняю, чем мы здесь занимаемся. Итак, поехали. Франк. Франк. Смотрим сначала на дневке уровни. Отбросим пока что линию нашу. Смотрим на дневке уровни. Да, вот он красавчик. Вот он красавчик. Снизу есть. Есть 95 950. Наверное, лучше его точно закрепить, я так думаю. Прям до тысячных. 95 950, вот так вот. Окей, все, закрепляем. Поехали дальше. Почему 95 950? Хотя тут чуть-чуть кончики баров выскальзывают из-за уровня. Почему это? Потому что круглый уровень, он лучше работает. Ну и как мы видим, есть такое, да. То есть вот было ударение, причем это недельное, дневной график. Это получается у нас месяц, да, 22 рабочих дня. Одно ударение хорошее, сложным пробитием, небольшим и большим откатом вверх. То есть сильный уровень. Второе ударение тоже. Вот сейчас идет локальное. Раз, два, три, четыре, четвертый день. То есть уровень хороший, уровень есть. Посмотрим, если он у нас еще где-то. Да, ой, прокрутку забыл отключить. Есть он у нас давненько, в 2018 году. Вот здесь цена тоже торговалась, подходила, почти ударилась. Здесь было ложное пробитие. Как ложное сложное пробитие, как говорит Александр Михайлович. Вот, и цена потом после этого, причем хорошее такое ложное пробитие, на 550 пунктов собрали все стопы и погнали вверх. Причем хорошо, смотрите, какое мощное там, мощное на 5500 пунктов было. Пробежка вверх. Так что уровень хороший, рабочий. Поехали дальше. Поехали ловить дальше. Вот тут что-то просится такое, как уровень. Да. Да, это оно. Это уровень. Цена здесь хорошо ходила. Хорошо торговалась. Раз, два касания каждый день по касанию этого уровня. Вон еще одно касание по истории, еще одно касание, 4 касания, этого достаточно, чтобы этот уровень закрепить. Смотрим, раз, два, тут дальше с пробойчиками, тут вот тоже было касание уровня, вот касание. Ну, такие они все с люфтом. Ну, вот хорошее касание. Тоже, видите, цена целый день падала. Дошла до этого уровня. Здесь откатилась и пошла вверх. На графике это выглядит мало, но на самом деле это почти 1000 пунктов. 1000 пунктов — это очень хороший профит. Кто здесь торговал от этого уровня, заработал нормально. Так, еще есть у нас один уровень. Смотрим дальше. Вот, мне кажется, есть уровень тоже. Ну, такой он. Да, есть уровень здесь у нас. Проводим его. Чуть повыше. Где-то вот так вот он будет. Смотрим. Раз, два,
3. Здесь с пробитием. 4. 5. Зеркало. Шесть на истории в 19 году. Сильный уровень, исторический. Пойдет. Давайте смотреть, что у нас там выше. Потому что цена стремится вверх, нам надо от чего-то работать сверху. От чего-то работать сверху. И есть от чего нам работать сверху. Вот он. Да. Вот он этот уровень. Да, причем красавчик такой, сейчас покажу. Смотрите, раз, два, три и четыре. Вот, можно чуть-чуть выше его, чуть-чуть буквально капельку выше подтянуть. Там тоже еще. Вот на дневках в чем усложняется проведение уровня, потому что на дневках больше пунктов в одной свечи, в одном баре. И тяжеловато немножко. Но вот так вот. 97-680. Да, 97-680. Так, в принципе, с дневками закончили. Большие масштабы мы себе такие, большие уровни мы провели. Вот, можно переходить на часовичок. И уже тут смотреть что-то локальное, что-то маленькое, промежуточное. Вот, как вы видите, как хорошо этот уровень отработал. Цена стремилась к уровню. Потом здесь была консолидация. Потом ложное пробитие. Потом взяли стопы, забрали на 200 пунктов. И потом цена пошла обратно вверх. После пробития, давайте на 30 минутку переключимся, чтобы было лучше видно. После того, как цена пробивает уровень, А ну давайте посмотрим. Вот здесь я бы, конечно, вошел бы. Нет, не вошел бы. Получается, цена пошла, вернулась, и 30 минут одна свеча всего лишь задержалась под уровнем. И следующей свечой уже начала возвращаться, причем большой свечой. Не, я бы здесь бы не зашел по money management. Не зашел бы. Какой у нас тут ATR вообще? 310 на покупку, 400. Ну, нормальный, можно торговать. А, смотрите, как здесь уровень у нас отработал вообще великолепно и практически отработал весь ATR. Вот как вы видите, индикатор ATR тоже работает. Ну, в принципе, на этом можно и остановиться по франку, потому что уровни есть, уровни рабочие. Как вы видите, отрабатывает на более мелком таймфрейме, очень хорошо видно. Вот, если на 15 минутку перейти, так вообще хорошо видно. Да, здесь вот уже расколбас начался, и здесь вот уже вошли на покупку. Вошли на покупку, отработало себя. И тут тоже не очень большой стоп был бы. Ну, большеватый, конечно, большеватый стоп. Около 100 пунктов и 300 не взяла, да, и если смотреть по этому входу, 260 всего лишь начался небольшой откат, и тут уже вернулась цена к уровню. Ну вот сейчас видите, тоже опять было ложное пробитие на 15 минутке и пошла тоже опять хорошо цена. То есть хорошо торгуется в этом диапазоне, причем подтверждает наш ATR. То есть индикатор по ATR у нас настроенный правильно. Правильно. Зато 10 дней для расчета ATR. 10 дней — это очень хорошо. Что ж, поехали дальше. Следующее у нас иена.